подразумевает полную ликвидацию очагов заболевания внутри страны и недопущение завоза вируса извне. Мы будем придерживаться общей стратегии предотвращения повторного проникновения коронавируса в страну, которое могло вызвать новую вспышку. Мы будем строго осуществлять меры по профилактике и контролю. Мы верим, что ситуация скоро улучшится. По данным на 5 апреля, жители Китая поставили более 3 миллиардов 200 миллионов доз вакцин от ковида. Полностью привито почти 1 миллиард 300 миллионов человек. Цай Пин, CGTN. Власти Шанхая объявили о продлении локдауна, а значит жителям закрытых районов по-прежнему запрещено.